День финала. В финале матч Кубка Кыргызской Республики. Исхак Нажимидинов 5-й. Айдар Муратбеков, капитан команды 3-й. Мансур Сад. Итак, угловой. Высокий заброс. Вратарь ошибается. Можно было бы раньше забрать мяч в руки. И ворота пустые. Еще один. Два удара было. Можно еще раз. Видели вот здесь. Вот. Здорово. Правый фланг свободный. Дальний удар. И рядом сам играет. Именно в пас. Выходят из обороны в пас. Это очень здорово, кстати. Верхом передача. Выход один на один. Удар и... Гол! Забивает команда Орской области. Забивается. Но это большой футбол, это не футзал. Здесь один гол, все может решить. Удары тем временем. Счет у нас становится 1-1, друзья. Одну-две. Ну и все, завершается у нас первый тайм, друзья. Счет 1-1. Не хотят рисковать, понимая, что на кону стоят золотые. Раздался свисток. Удар последовал. И над перекладиной мяч прилетал. Надо пробить очень сильно. Итак. Сбег. Удар. И рядом со штангой. 10 минут до завершения этого матча. С мячом футболист Орской команды вверх. Ох, как классно. И залетает гол, друзья. Вот одна передача через полпоя. Минута с лишней. Команда Аша в атаке. Удар с дальней дистанции. Сейчас очень мелко играют ребята из Бишкека. Нужно было быстрее отдавать. Вперед, а здесь блестит третий в мячу. Удар и рядом со штангой мяч пролетел. Ну и все, завершается у нас матч, друзья. Со счетом 2-1. Также и болельщики аплодируют болельщикам, игроки. Ну а, друзья, вот то,